Сейчас я только начала понимать. Представляете, что мы делали? Я вот сейчас, Сергей, только начала понимать, что, оказывается, можем и дом построить. Я сейчас, Сергей, понимаю, начала, что я не просто тебе это говорю. Да. Ты не врубала, что я тебе говорю, да? Я в шоке. Вот, смотрите, кладбище бутылок, короче, у нас, да? Но благодаря вот этим бутылкам у нас будут полы теплые. Все. Сейчас, если Вася еще нам наберет бутылки, да? Вот эти, как он называет? Кладбище бутылок. Все, здесь сверху песок трамбуется. Водой трамбуется. У нас получается теплые полы, товарищи. Вот. А потом просто площадку заливает, песком заливается, трамбуется, и потом сверху цемент, раствор. И потом можно здесь построить красивый дом. Продолжение к этому дому. Бетон, штукатурка. А, да. Вот я дом. Вот теперь смотри. Вон. Вот, товарищи, я хочу вам сказать, когда есть интерес, есть желание и есть энергия, у тебя прям прет. Вот с утра мы сегодня проснулись, да, у нас прям вот, знаете, вот как будто торпеда в жопе, да. Я ходу вот это сделать. Но я знаю, что второй раз это уже делать не буду я. Уже не интересно. Мне самое главное интерес. А как это получится? А что будет? Интересно, блин, в процессе. Ну, это как бы творческая у нас жилка творческая. Если вот это место все заштукатурим, вы знаете, какая здесь красота будет? Вы даже не представляете, какая... И это место заштукатурим. Это будет вообще шикарно. Дом будет как сказочный. Вот.